Скажу вам, сколько она писалась. Она писалась 15 часов. Вот ради этого, я для этого даже вот это все вот это вот накрутил-наворотил, для того, чтобы собирались приятные, интеллигентные лица. Ночные вечеринки. И самое главное то, что в Переславле нет ночной жизни. Чай, кофе, развлечения. Вот, и потихонечку я написал. Там есть картины с мастер-классов, которые я провожу. Санечкина картина есть, дочка. Вот. И вот можно и так. А там еще какие-то картины. Вот это вот целая картина. Это атмосфера, где и будем мы собираться здесь у нас и у Наташи в ее кинопоказах. Деликатная атмосферка вокруг музыки. Сегодня классической, а потом, может, и еще какой-нибудь. Смотрит мои видео, вот. А вы можете посмотреть маленький как бы фрагментик того, как эта картина писалась.